42 глава книги Иова. «И отвечал Иов Господу и сказал: „Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле“». И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу фимонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». И пошли Елифаз фимонитянин, и Вилдад савхиянин, и Софар наамитянин, и сделали так, как Господь повелел им, и Господь принял лицо Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову больше вдвое того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 000 мелкого скота, 6 000 верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц, и было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первой Емима, имя второй Кассия, а имя третий Каренгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет. И видел сыновей своих и сыновей сыновних до 4-го рода, и умер Иов в старости, насыщенный днями.